дорогие друзья! Мы приветствуем вас на праздничном заключительном концерте республиканского смотра хоров ветеранов войны и труда. В сентябре 2014 года прошли зональные концерты смотра в Ельниковском, Рамадановском, Рузаевском, Большеберезняковском и Зубово-Полянском районах. Во знаменовании 70-й годовщины Великой Победы советского народа над фашистскими захватчиками проводится такое значимое мероприятие, учредитель которого – Министерство культуры и туризма Республики Мордовия, организаторы – Республиканский дом народного творчества, Республиканский совет Мордовского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных и правоохранительных органов. Дорогие наши ветераны, мы вас всех поздравляем с великой победой и от всей души желаем здоровья, мирного неба над головой, удачи, неиссякаемого оптимизма и многие вам лета! Открывает нашу праздничную концертную программу Народный хор ветеранов педагогического труда Дворца культуры городского округа Саранск. Руководитель, заслуженный работник культуры Республики Мордовия Любовь Беляева. Концертмейстер, заслуженный артист Александр Агаджанов. Музыка и слова Виктора Сельдюшова. Слава Мордовии! Oh!
Мы благодарны вам за прожитые годы, за то, что вы ненастьем всем назло, преодолев все бури и невзгоды, смеетесь так задорно и светло. На сцене ансамбль ветеранов войны и труда «Синева», руководитель Галина Морикова, аккомпанирует Алексей Макаев, Тарбеевский район. Район. Сергей Есенин. Не жалею, не зову, не плачу. Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблони дым. Увядания золотом охвачены, я не буду больше молодым. Ты тебе биться, сердце тронутое холодком, и страна березового сица, не забанешь шляться босиком. Бродяжи, ты все реже-реже расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств. Я теперь скупее стал желания, жизнь моя, или ты приснилась мне, будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне.
все мы в этом мире тленны. Тихо льется с кленов листьев медь. Будь же ты в воде благословенна, что пришло процвесть и умереть. Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как спелых яблони дым. Будет ланья золотом охвачены, и я не буду молодым. Увядания золотом охвачены, и я не буду больше молодым. Спасибо. Ансамбль ветеранов войны и труда «Еще не вечер». Руководитель Роза Яганова. Аккомпанирует Владимир Курбатов. Ардатовский район. Сергей Есенин. На дохожку месяц. Ветеранов войны и труда. Руководитель Зинаида Анисимова. Аккомпанирует Николай Пугаев. Атюрьевский район. Русские струны души.
Они в восторг любого приведут, и осень жизни за одно мгновение цветущую весною обернут. На сцене народный ансамбль ветеранов «Сударушка», руководитель Мария Волкова, аккомпанирует Анатолий Кузьмин, Чамзинский район. Я помню прошлым летом ты мимо проходил, зачем теперь заметил, со мной заговорил, а нынче до рассвета хмелеешь без вина, и я на все на это сказать теперь должна. Хора ветеранов войны и труда, ветеран, руководитель Фаиля Равилова, Лямбевский район, татарская народная песня. Oh, God.
Возвращается народный фольклорный коллектив «Гайки-Вайкель», руководитель Мария Бояркина, Качкуровский район, «Эрзянская народная песня». Ветеранов войны и труда «Сударушка», руководитель Раиса Дадайкина, аккомпанирует Виктор Кильдюшов, Дубенский район. Oh, shit.
встречайте, народный ансамбль ветеранов войны и труда «Родные просторы». Руководитель Виктор Шугин, Атяшевский район. Героические и трагические годы Великой Отечественной войны. Время неумолимо идет вперед, но оно не властно над памятью народа. На сцене народный хор ветеранов войны и труда «Ветеран». Руководитель Вячеслав Понимасов. Аккомпанирует Сергей Гинин, Валерий Чугункин. Краснослободский район. Oh, my God.
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прорыв которой был завершен 27 января 1944 года. 2 февраля 1943 года считается датой окончания Сталинградской битвы. Советские войска разгромили вражескую нечисть, в корне переломив ход войны. И в память об этом Мамаев курган. На сцене ансамбль ветеранов войны и труда «Рябинушка», руководитель Валентина Кондратьева. На Мамаевом кургане тишина, тишина. За Мамаевым курганом тишина. Советских людей. А сколько же осталось вдов? На сцене вокальный ансамбль ветеранов войны и труда «Серебринки», руководитель Вячеслав Ломакин, Ковылкинский район. Yeah.
неугасима память, память поколений. Все помним мы, никто не позабыт. И днем, и ночью в чаше из гранита святое пламя трепетно горит. На сцене хор ветеранов войны и труда «Надежда», руководитель, заслуженный работник культуры Республики Мордовия Тамара Федяйкина. Больше Березняковский район. Журавли. Оно в душе солдата родилось, когда он о друзьях не забывает и с родиной себя не мыслит врозь. Встречайте, мужской ансамбль хора «Рябинушка», город Саранск. Oh!
войны шло партизанское движение, которое было поистине всенародным и помогло победить врага. О партизанах слагались легенды, снимались фильмы, сочинялись песни. Встречайте, хор ветеранов войны и труда «Ветеран», руководитель Фаиля Равилова, аккомпанирует заслуженный работник культуры Республики Мордовия Виктор Кирсанов, Равиль Аитов, Лямбинский район. Солдат часто звучала песня «Синий платочек», которую удивительно душевно исполняла Клавдия Шульженко. А сегодня ее для вас исполнит Людмила Кичайкина из Большеберезняковского района. Голубой.
ночи помнят в траве больной. За них родных, любимых, желанных таких строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Ветеранов войны и труда «Надежда», руководитель Александр Аносов, Темниковский район. Не стареют душой ветераны. Хор – наша радость и жизнь. Хор не дает нам тужить, хор не дает нам стареть. До конца своих дней будем в хоре мы петь.
прошло, люди помнят о победе и о том, какой огромной ценой нам досталось счастье жить на свете. Встречайте, народный хор ветеранов войны и труда, родные напевы, руководитель Владимир Давыдов и Чалковский район. Наш и надежный тыл. Характер ваш, друзья, такого свойства. Пример для всех нас, молодых. На сцене хор ветеранов войны и труда «Серебринки». Руководитель Надежда Раудина. Аккомпанируют Вячеслав Шалашов и Герман Раудин. Рамадановский район. На побывку едет молодой моряк. Кто их поднял с базаранов, кто их...
Есть город, который я вижу во сне. О, если б вы знали, как дорог. У Черного моря я вижу земле цветущих акациях город. В цветущих акациях город. У Черного моря. Есть море, в котором я плыл и тону, и на берег вытащен к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться у Черного моря. Родная земля, где мой друг молодой лежал обжигаемый боем. Недаром венок ему свит золотой и назван мой город героем. И назван мой город героем. Черного моря. Жизнь остается прекрасной всегда, хоть старишься ты или молод, но с каждой весною так тянет меня в Одессу, мой солнечный город, в Одессу, мой солнечный город. У Черного моря есть город, который я вижу во сне. О, если б вы знали, как дорог. У Черного моря я вижуся мне в цветущих акациях город. В цветущих акациях город. У Черного моря. Yeah.
Встречайте, народный хор ветеранов Центра культуры имени Ухтомского, руководитель Виктор Сельдюшов, Рузаевский район. Музыка и слова руководителя хора Виктора Сельдюшова. Всегда Мордовия мне снится. Ганшина, Ельниковский район. Русская народная песня «Ах, ты степь широкая». Широкая,
но вы словно не замечаете их. А если опять придет непогода, вы вспомните песни ветров молодых. Встречайте, хор ветеранов войны и труда, руководитель Татьяна Хопрова, аккомпанирует инструментальный ансамбль ДШИ имени Сураева Королева, руководитель, заслуженный работник культуры Республики Мордовия Василий Копров, Старошайговский район, Макшанская народная песня. Thank you.
ветеранов войны и труда «Надежда». Руководитель Юлия Минкина. Зубово-Полянский район. Победный гимн. Оптимистичных, бодрых, за то, что не хотите унывать. Благодарим за мудрость песен добрых, по жизни с ними веселей шагать. Для слов приветствия на сцену приглашаем председателя комиссии по культуре Республиканского совета Мордовского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных и правоохранительных органов Марии Семеновну Белых. Почетной грамотой Республиканского совета Мордовского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных и правоохранительных органов награждаются директор Республиканского дома народного творчества, заслуженный работник культуры Республики Мордовия, лауреат Государственной премии Республики Мордовия Светлана Чиндина. Thank you.
заведующий отделом клубной работы и культурно-досуговой деятельности Республиканского дома народного творчества Татьяна Фирсова. Почетной грамотой Республиканского совета Мордовского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных и правоохранительных органов и памятными призами награждаются фольклорный ансамбль «Дуслык» хора ветеранов войны и труда «Ветеран», руководитель Паиля Равилова, Лямбельский район. Мужского ансамбля хора «Рябинушка» Владимир Федичкин, ДК «Луч», город Саранск. Заслуженный коллектив Российской Федерации, народный фольклорный коллектив «Гайги Вайгель», руководитель Мария Бояркина, Качкуровский район. Ансамбль «Синева» Михаил Михайлов, Тарбиевский район. Благодарностью Республиканского совета Мордовского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных и правоохранительных органов и памятными призами награждаются солист хора «Калинка» Геннадий Уткин, Ельниковский район. Солистка хора «Надежда» Людмила Кичайкина, Больше Березняковский район. Уважаемые ветераны! От чистого сердца, с открытой душой хочу поздравить вас с таким прекрасным праздником. Подведены итоги смотра конкурса республики. Активные, задорные, исполняете прекрасные песни. Своими песнями вы вдохновляете людей, продляете им жизнь. Скрашивайте досуг. Счастья, здоровья всем, всем успехов во всем, в творчестве. И продолжайте петь. Немало лет в труде прошло, и ветеранами вы стали. Морщинами покрылось лицо, трудиться вы не перестали. Пусть жизнь нещадно коротка, здоровье пошатнулось так внезапно. Вы оптимисты, вашего тепла на всех людей здоровых хватит. Вы кладезь мудрости, опыта большого, и не забудут ваши имена. Вы все отдали, молодость, здоровье, чтобы страна по-прежнему цвела. На жизненных примерах ветеранов стремились воспитать своих детей, чтоб дети бед войны не знали, гордились державой своей.
Для слов приветствия и церемонии награждения хоров и ансамблей ветеранов войны и труда на сцену приглашаем министра культуры и туризма Республики Мордовия Владимира Ивановича Шарапова. Добрый день, уважаемые друзья! 2015 год, как вы знаете, год 70-летия Великой Победы. И в своем послании глава Республики Мордовия Владимир Ильич Волков уделяет особое внимание этим юбилейным мероприятиям. И вы, уважаемые ветераны, как всегда первые, как всегда в строю, и за это вам отдельное и большое спасибо. Ваша гражданская позиция пронизана любовью к родине, и ваше слово, как никогда сейчас, важно для подрастающего поколения, для нашей молодежи. Дай Бог вам долгих лет жизни, дай Бог вам здоровья и низкий вам поклон. Дипломами Министерства культуры и туризма Республики Мордовия и памятными призами награждается Хор ветеранов войны и труда, руководитель Зинаида Анисимова, Атюревский район. Ветеранов войны и труда, родные просторы, руководитель Виктор Шулгин, Атяшевский район. Надежда, руководитель Тамара Кидяйкина, Больше Березняковский район. Ансамбль ветеранов войны и труда «Рябинушка», руководитель Валентина Кондратьева, Больше Игнатовский район. Ансамбль ветеранов войны и труда «Сударушка», руководитель Раиса Дадайкина, Дубенский район. Народный хор ветеранов войны и труда «Калинка», руководитель Валентина Ганьшина, Ельниковский район. Народный хор ветеранов войны и труда «Надежда», руководитель Юлия Минкина, Зубово-Полянский район. Народный хор ветеранов войны и труда «Ветеран», руководитель Надежда Бурнайкина, Инсарский район. Народный хор ветеранов войны и труда «Родные напевы», руководитель Владимир Давыдов, Кучалковский район.
Вокальный ансамбль ветеранов войны и труда «Серебринки», руководитель Вячеслав Ломакин, Ковылкинский район. Народный хор ветеранов войны и труда «Ветеран», руководитель Вячеслав Понимасов, Краснослободский район. Ветеранов войны и труда, ветераны, руководитель Фаиля Равилова, Лямберский район. Хор ветеранов войны и труда, Серебринки, руководитель Надежда Раудина, Рамадановский район. Народный хор ветеранов войны и труда Центра культуры имени Ухтомского, руководитель Виктор Сидюшов, Рузаевский район. Хор ветеранов войны и труда, руководитель Татьяна Капрова, Старошайковский район. Народный хор ветеранов войны и труда «Надежда», руководитель Александр Аносов, Темниковский район. Ветеранов войны и труда «Синева», руководитель Галина Морикова, Тарбейский район. Народный ансамбль ветеранов «Сударушка», руководитель Мария Волкова, Чамзинский район. Народный хор ветеранов педагогического труда Дворца культуры городского округа Саранск, руководитель Любовь Беляева. Ветеранов войны и труда ДК «Луч», Рябинушка, руководитель Валентина Евланова, город Саранск. Уважаемые друзья, еще раз разрешите поздравить вас с этим замечательным праздником, который устроили для нас ветераны войны и труда. Еще раз низкий вам поклон. Дай Бог вам здоровья. И подарите им свои замечательные и громкие аплодисменты.